Здесь 1500 предметов из фондов музея, которые рассказывают историю самых значимых международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, проводимых на курорте во второй половине 20 века. В экспозиции также освещается участие сочинцев на всемирных фестивалях молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 годов. Особое место занимают экспонаты из личных коллекций сочинцев. Некоторые из них рассказывают об уникальном пласте культурной жизни Сочи, общегородских праздниках песен 1950-х, 80-х годов, международных молодежных фестивалей политической песни, всероссийских конкурсов исполнителей советской песни. Также посетители познакомятся с широкой палитрой фестивальной жизни современного города. Это зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, фестиваль театральный «Олимп», конкурс вокалистов имени Валерии Барсовой, 9-е всемирные хоровые игры, конкурс молодых исполнителей «Новая волна», музыкальный фестиваль «Крещендо» Дениса Мацуева, фестиваль джазовой музыки «Сочи», джаз-фестиваль Игоря Бутмана и другие.